Если тебя полюбит такая женщина, ты станешь настоящим, таким, каким тебя задумал Господь. Какая красивая, Кшесинская. Мне иногда кажется, что я готов убить вас. Ну что, не поздравляем наследника, господа? Береги его. Зачем нас так фотографируют? У нас же не публичный дом. Мы лучше. А это особо несет угрозу Российской империи гораздо больше любой бомбы. И никого никогда не сможете полюбить так, как меня. Ты украл мой поцелуй! Марья! Я все равно добьюсь, что ее жизнь станет моей. Если ты коронуешься, то погубишь всех, кого любишь. Мы можем отменить коронацию, только если ты умрешь. Танцевать по кабакам до старости. Вот что тебя теперь ждет. Постой! Россию надо держать. Даже я не смогу тебя защитить.